девочек Зоя. Она гуляла по районам всегда сама собой, и никто из парней к ней не смел подойти. У нее такие, что с ума можно сойти. А ребята говорили, никому и никогда не удастся ее склеить, это просто беда. И я тут принял для храбрости немного пивка, закинулся жвачкой и сказал всем пока. Я пошел к себе домой, иду пешком, как обычно, пинаю мусор под ногами, ругаюсь неприлично. Встретил Васю соседа, он нес в руках батарейки, чтобы музяру мы послушали всю ночь на скамейке. Я купил немного пива, чтобы стало веселее. Мы собирались встретить еще пару друзей, и вот подходим мы к подъезду, а там сидит она, и я Васе говорю: вот это да, 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 вот это да. Мы предложили ей немного посидеть с нами втроем. Я сказал, что если хочешь, круто время проведем. У нас есть немного пива и есть магнитофон, а еще у вас есть зажигательный музон. Она подумала немного и решила остаться, потому что надоело ей одной тусоваться. Вася тут же соскочил и побежал за мафоном, за гитарой, сигаретами и классным музоном. Мы остались вдвоем, и я не знал, что с ней делать. Разве пиво предложить ей немного отведать? Она сказала, что не против, что свободна до утра, и что дома у нее осталась только сестра, и что родители свалили до второго на дачу. По MTV сейчас начнется крутая передача, и что если я не против и не против, друг мой Вася, то мы сейчас все вместе могли бы расколбаситься. Вот это да, такого я не ожидал, и вовремя как раз с мафоном Вася прибежал. Я сказал, что будет круто, для него есть сестра. Он прикинул и ответил мне: вот это да, 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 вот это да. Поднялись мы наверх и позвонили в звонок. Надолго нам с Васьком запомнился этот урок. Дверь открыла сестра, она была навеселее, и стало плохо нам обоим, и Васе, и мне. Она схватила Васька своими мощными руками, хоть Вася от нее и отбивался кулаками, но было без мазы, меня потом схватила тоже. Я подумал, что она мне надает сейчас по лицу. Вот это да, нас усадили на диван, в руке у сестры мелькнул граненый стакан. Она съела его залпом, а потом скривила рот, и Вася тихо спросил меня, что это за урод. Потом она спокойно встала, врубила музыку на всю и начала творить такое, что я лучше промолчу. С улыбкой акулы безобразно танцевать, а мы с Васьком подумали: во влипли, твою мать. Мы потихоньку пододвинулись поближе к двери, и я Ваську как заору: беги, Васек, беги. И мы давай ломиться, разбежались кто куда. Потом мне Вася позвонил и сказал: вот это да, вот это да, вот это да,